Рабочий день для сотрудников Дома моды внезапно прервался. В полдень в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех находившихся в здании, а это порядка 250 человек, эвакуировали на улицу. Пожар выше 6-го этажа. Ну, запах был, дым. Да. Давно сидите? Ну, уже около часа сидим. И что говорят, когда можно вернуться? Пока ничего не говорят. Полиция подъехала. Сейчас разбираются. Тревога не оказалась сложной. Первые спасательные подразделения зафиксировали задымление в шахте лифта. Причиной задымления явилась аварийный режим работы лифта. В настоящий момент торговый центр продолжает работать в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали 12 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Спасатели напоминают о бережном обращении с огнем и настоятельно рекомендуют не использовать неисправное электрооборудование. Оно может стать причиной пожара. Любовь Почерникова, РТВ, Иваново.